В каждой колоритной стране истинный шопер просто обязан купить себе что-то из народного творчества. Вот, например, люди племени Масаи делают обалденные украшения из бисера. А индейцы племени Эмбера в Панаме плетут вот такие корзинки. А в Мексике есть тоже свое племя индейцев – Уичоль. Ух ты! Пойдемте, узнаем, что создают они. В Гвадалахаре на небольшой пешей улочке тусуется племя Уичоль. Нет, они здесь не живут. Они торгуют здесь своим рукоделием, которое тоже называют Уичоль. Ну, Уичоль делают Уичоль. По-моему, все просто. Как по мне, все эти сувенирные фентиклюшки выглядят по-сумасшедшему. Взрывают мозг своими узорами и цветами. И все думают, ну это же народное творчество, Уичоль. Ну вот тебе и пожалуйста, сидят и занимаются Уичолью. А я вам открою секрет. Это все сделано под народным средством пьет. Пьет – это кактус, который содержит наркотическое вещество мескалин. Ну, то есть вы поняли, почему такой психодел, да? Sí, primer día se dibuja. Ajá. Se hace todo el dibujo, que resalten todos los colores para que resalte un poquito más y den un poquito más de vista. Под этим пьетом индейцы создают всякие сувениры для туристов. Знаете, что это такое? Это не ерика. Картины из шерстяных ниток. Уичоль верят и рассказывают туристам, что в каждом узоре кроется глубокий смысл. Sí, mire, es lo que comento. Y aquí viene la explicación. A través de los tiempos, nosotros los huicholes consagramos el sol como nuestro padre llamado en huichol Tayay. Y nuestra madre Merri. Es una pluma con una culebra. Una culebra. Y este es una vara que usan los curanderos. Какую только фигню не наплетут, чтобы заработать. Вот реально, все эти штуки больше похожи на кружок умелой ручки, а не на народное творчество. Но кое-что выглядит совсем так ничего. По крайней мере, оригинально. Например, вот такой яркий черепок. Во-первых, у нас такой точно не купишь. А во-вторых, я буду брать его по вечерам в руки и такой... Пить или не пить, вот в чем вопрос. Ну круто же!